Тяжесть в ногах может являться серьезной причиной для обращения к врачу-флебологу. В клинике семейная принимает такой специалист. Он приезжает специально из Москвы. Пока раз в месяц. На приеме флеболог сможет диагностировать ряд заболеваний, среди которых сосудистые звездочки, варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлебиты и тромбозы, а также трофические язвы. При этом, если некоторые проблемы, например, такие как сосудистые звездочки, являются лишь косметологическими, то другие могут привести к серьезным последствиям, которые даже могут угрожать жизни. Но степень опасности заболевания сможет определить только врач. Также флеболог назначит эффективное лечение. Обязательно каждому пациенту, приходящему к нам, мы не только визуально осматриваем нижние конечности, но обязательно смотрим на ультразвуковом аппарате. После чего, если мы находим какую-то проблему, варикозную болезнь, если эстетические проблемы, да, мы строим какой-то план лечения. Да. Что касается варикозной болезни, мы здесь можем предложить массу методов. Да, это прежде всего лазерная, эндовенозная лазерная облитерация, радиочастотная облитерация, микрофлебоктомия. На сегодняшний день появилась новая методика клеевая облитерация, то есть методика веносил, да, это вводится в вену специальный клей. Причин заболевания вен достаточно много. В группу риска попадают те люди, у кого в семье были такие заболевания. Также фактором риска является беременность и долгое пребывание на ногах. Но методов лечения не меньше. И они зарекомендовали себя как эффективные. В клинике семейная можно как проконсультироваться с врачом-флебологом, так и провести лечение. Здесь постоянно действуют акции и скидки. Летом как раз у нас очень хорошее предложение. Мы даем до 20% скидку на лазерное лечение вен. На сегодняшний день это одно из самых эффективных лечений заболевания венозной системы нижних конечностей, в том числе варикозной болезни. Для того, чтобы узнать, когда врач-флеболог принимает, нужно позвонить по телефону 50 60 10. По этому же номеру можно записаться на прием. Также записаться к любому специалисту можно на официальном сайте. Клиника семейная работает ежедневно с 9 до 21 часа. Вас ждут по адресу Заводской проезд, дом 1. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».